Но за 2 месяца 10-летнего ничего не дашь. Понимаешь, не вложишь так, как ты говоришь, чтобы он потом пошел и защитником стал. Тут надо как бы взращивать. Да? Ну, опять, отцы, нет, мы да. Сейчас возвращаемся к отцам и детям. Что мы хотим получить от детей от наших, да? Если отцы не взрастили в них. А что мы хотим от детей? Ну, ты клубнику вот принес сейчас, ты говорил, что ты делал сейчас. Ты по сути, для вот этого кустика клубничного, ты отец. Ты его своими знаниями и опытом, ну, как бы помог ему, опять видишь, как помог ему взраститься, чтобы он дал плод. А так бы скосил бы, да? Вот, по незнанию. Да. Да. По незнанию. Поэтому знания должны быть. Знания. А кто эти знания передает отцу? Опять отец. И даже вот это вот, как, знаешь, у меня преемственность поколений, да? Uh-huh. Отец передает отцу, и опять отец передает отцу, ну, то есть дитя опять, да, сыну и так далее. Мать, ну, мы мать сейчас никак бы не затрагиваем, мы отцы и дети, но все равно мать передает дальше, да? Uh-huh. И вот эта цепочка. Если происходит сбой, да. Происходит уже скошенная клубника. Да. Трава и трава, да. Да. Клубники-то нету поначалу. Да. Просто кустики, сорняки. Да. А ягоды потом. Цветы сначала должны быть. Вот поэтому мы изучаем в айкидо, и в дзюдо, в карате формы. Базовые формы есть такие? Да, есть. Ну, она базовая форма. Понимание, да, что да. Вот эта рука, это вот этот цветок вот здесь. А вот это вот можно сорнячок и вот его сюда. А этот шаг опять, это еще один кустик идет. А когда нету базовой формы, ты не составил фундамент, да? Фундамент. Что можно тогда. Да некуда положить. Некуда положить его. То есть, ну что, пойдем греться. Да, мы идем греться, и будет третья часть. И будет третья часть, ура!